Я тут на Woman.ru читала. Считается, что один второй мужчина изменяет своей девушке. И к чему ты клонишь? И знаешь что? Мы расстаемся. Но... Все сказала? Я обиделась. Где, кстати, соль? Дебил беспомощный, я тебе 100 раз говорила, что она в верхнем ящике, на 3-й полке, в аптечке. В банке из-под меда с надписью «Какао». Что тут непонятного? Все сказала. А давайте-ка поможем жулику найти его носки, которые он заныкал под диван. Сучка. Все сказала. Ой, все. Все сказала. Если ты не перестаешь общаться с этой бабой, я забираю сына и уезжаю к маме. Сына? Какого сына? То есть чего? А ну иди сюда, мразь! Все сказала. Одна из моих проблем, а их у меня немало, это в том, что я скептик, но доверяю людям. Я хочу видеть в них только хорошее, но они меня разочаровывают. То есть ты говоришь, что у тебя есть проблема, которая является всецело твоей проблемой, но ты пытаешься сделать твои проблемы моими проблемами. Но есть одна проблема. Это не мои проблемы. Все сказала. Ты такой клевый, такой классный. Ой, сейчас, подожди. Мне надо ответить. Алло? Здорово, это я, бандит. Что с тобой не так, мразь? Приветики, милые, все хорошо. Как ты, когда встретимся? Надеюсь, не скоро. Ой, слушай, не надо бежать. Я тебе потом позвоню, хорошо? Давай. Он такой милый, такой хороший. Все сказала. Мы, женщины, хотим только лучшего для своих волос. Вот почему нам нравится шампунь L'Oréal. Он защищает наши волосы на 100% от перхоти. Если данное видео сойдет, то вы знаете, что делать, но если вам понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал и заценить мои другие ролики. С вами был Клим, всем спасибо и пока!